Викторина «Уютный Ямал» состоялась, раздача призов продолжается. Напомню, те, кто прошел во второй тур, выиграли более 600 подарков. Это внешние аккумуляторы, видеорегистраторы, наборы инструментов, а также гаджеты, велосипеды, умная техника от Apple и два автомобиля. Сегодня один из них вручили счастливому владельцу. Эмоции от выигрыша в нашем следующем сюжете. Знание ямальских талантов до автомобиля доведет. Имена счастливчиков, выигравших главные призы викторины «Уютный Ямал», уже известны. Номера билетов определила специальная программа в прямом эфире нашего телеканала. Тогда, затаив дыхание, за трансляцией следили тысячи новоуренгойцев. Прямо сейчас мы узнаем номера счастливчиков, которые выиграют новенькие автомобили «Рено Логан». Два победителя. Волнуемся всей студией, да, так, держим кулачки, нажимаю заветную кнопочку. С радостью объявляете номера. Одной из победительниц викторины «Уютный Ямал» стала Владислава Середа. Ее билет оказался счастливым. Главный приз девушке вручил куратор мероприятия в Новом Уренгое Александр Сергеенко. Я очень рад, что именно вы оказались одним из обладателей этих автомобилей. И с удовольствием выполню свою миссию. Ну а вам желаю только успехов, здоровья, всего самого наилучшего. Ну и за рулем нового автомобиля ни гвоздя, ни жезла. Поздравляю! Для Владиславы выигрыш стал приятным сюрпризом. Водительское удостоверение у девушки есть, а теперь есть и новый автомобиль. Хотя до последнего момента она не могла поверить, что выиграла главный приз. Сперва думали розыгрыш, потом стали все быстренько перепроверять. Но изначально, конечно, сообщение уже вызвало такое возбуждение, какой-то интерес. Реально хотелось убедиться, так это или нет. Вот. А потом уже, когда мы поняли, что действительно так, тогда уже мы еще больше обрадовались, конечно. До сих пор еще не верится, если честно. Как вам машинка? Машинка? Ну, не знаю, если честно, я ее еще не успела рассмотреть, но в целом компактная, симпатичная, беленькая. Нравится этот цвет? Да, да, в автомобилях люблю белый цвет. Ну и главное, с нашей снежной зимой, наверное, будет хорошо гармонировать. Ну да, спасибо. Счастливчик, выигравший второй автомобиль, тоже известен, но сейчас его нет в городе. Как только победитель вернется в Новый Уренгой, он сможет забрать свой приз. Павел Прожогин, Павел Михайловский, служба новостей «Импульс».